Йоу, всем привет, с вами Артём, Бэйн, или Воргеймов, как его некоторые называют, и Натан. Всем привет. Натан. Играем мы в... Among Us. Тречка. Который раз за день играем, а записываю я только первый раз нормально, надеюсь, мне никто не помешает. Сделай перезарядку убийств поменьше. Ну, если мы будем убийцами, так же неинтереснее будет. Видя, будет интереснее. Варгеймов, сделай поменьше. Будет сложнее, будет интереснее. Да мне посрать сложнее, нет. Если что сделаешь, я уйду в другую команду. Типа 30. Ну ладно, давай 35 тогда сделаем. 30, а не 40, как ты поставил. Давайте я 40 поставлю. Нет, не 40, меньше. Давай 30, как минимум. 37. 30. 35, всё. Выхожу. Да нормально, Тёма. 35 это очень хорошо. Ладно, я продолжу запись, как сразу же... Давайте все мы... Пойдёт на... Лишеньку. Ты дашь мне сказать? Да. А я, по-моему, нихера. Короче, он вернётся, как только мы пойдём в бой. А я обиделся на тебя. И прошло буквально минута, максимум две, и вот все мы тут. О, тоже предатель. Я член. Да спалился ты уже. Шкаф тут доубил, стоял. Членом экипажа. Короче, защищайте меня, потому что я вот на этой вот хреновине стою. А что там надо? Я пока вот так вот как... Витя! А ты где, кстати, Натаниэль? Да я в самом на спавне. Я вот эту вот хреновину делаю. А, ну все, короче, Ксюша спалила, что она нормальная. Подожди, а какой код? Ксюша, хочешь прикол? А вот код. А что тебе надо сделать? Просто ждать. Запись идет как бы. Ну, я заданьку выполнил, какую-то дебильную. Я обижаюсь на Натаниэль, на то, что она орёт громче меня, так же, как и Воргеймов. Прости. Его убили. Где? Да он флюкс выебался. Гнидом! Синий очень сильный. Меня нашли. ЧСВ меня убил. Типа если... Ну ладно. Зелёный. Гнида, а не ЧСВ. Слава богу, у меня камера, фронталка не работает. Ничего, шепотом. Они такие, если не зеленые, то оранж. А что за next? Ну, типа, следующие меня кикнут. Ну, типа, выбросят. Хотя я тут ни при чем даже. А, меня, кстати. Потому что ты тоже один из них. Нет. Мы победили. Победа. А... Ты одного, что ли, выбрал? Нет. А может быть, кстати, да. А, второй вышел, походу. А как? Мне надо выйти. Я хочу пересоздать. Так, ладно, ребят, давайте-ка я вернусь, как мы начнем игру. Да, я запись рано включил, что-то очень даже рано. Потому что был 10 человек, а кое-кто забыл нажать готов.
Я нажал, куда ты мой кофе тынешь? Нет, я нажал, но просто он вышел сразу же. И да, мы находимся все в одной комнате, мы так обычно играем. Да погнали с девятью. Погнали. О, все, здесь все, погнали. О, само то. И сейчас кто-нибудь на секунде одной выходит. Сидим в разных уголках комнаты. Да! И опять член экипажа. Член экипажа. Кто-то вышел опять. Да и пошел. Я пока пошел. Ксюша, Натаниэль, смотри. Двигается же эта фигня, вон, видишь, двигается. Да, вижу, двигается. Это сахал. Я здание нащупал. Ребят, это светло-зеленый, он меня убил в... Ну, короче, там, где камеры. В управлении. Натаниэль, пошли за мной. В управлении он. Че, подожди, я сейчас по люкам пойду. Меня убил он в управлении. Кто-нибудь. Обойду. На карте посмотри. А, управление, управление, управление. Артём тоже, походу, убился. Вот. Потому что он не нет, зашел. Нет, он задание выполнил. Да, выполнил. Я при Натаниэль выполнял задание. Значит, белый. Он зашел, типа, ему посрать было. Натаниэль видела, как я выполнял вот эту стрельбу, то, что там анимация есть, когда стреляешь. А что тебя убил-то? Я говорю, светло-зеленый и белый, потому что они очень палевные. Потому что белый оттуда выходил, кстати. Напиши сначала белый, потому что он оттуда выходил. Угу. Да, ребята, я под этим видео оставлю ссылочку на группу. Все, я проголосовал. Почему? Ксюш, напиши, почему. Я в тебе сейчас что-то кину. Блин. Это я не буду перезаписывать. Ну, голосуй давай, белый. Я за зеленого проголосовал. Да пофиг. Че? Пока-пока. Надеюсь, ты не ошибся. Нет, он не предатель. Значит, он просто идиот. А, один? Один предатель, значит, светло-зеленый. Ну, зеленый, значит. Все, давайте на кнопку. Просто... Ну, нет, я пойду. Это вообще хуже не иди, будет. Да выполняй задание. Да лучше на кнопку нажмите оба. 3, 2, 1. Кого опять убили? Это же светло-зеленый, пишите. Салатовый, короче. Ты написал? Да. Давайте эту катку тупо вырежем. Нет, я не буду ничего вырезать. Скажи ты, что эту катку лучше вырезать, потому что она слишком быстрая. Это скучно будет смотреть. Вы идиоты. Скучно смотреть. Идиоты нафиг, а? Вообще-то из-за того, что вы их обманули, они теперь не будут вам верить. Почему? А обманул ты нас. Я думал, что два убийцы. Оказался один. Один, да. Надо двух поставить. Или трех, кстати. Я нет, я с ними играл 3 говно полное. Есть какая-то кислорода. Да мне пофиг на кислород, я могу и прожить без него. Все. Меня это сейчас зеленый убьет. Меня сейчас зеленый убьет. Да. Тём, иди ко мне. Я вижу. Все, он его. Выполняй, это нет. Выполнил. Да все, идите на кнопку жми. Я, короче, пока провожу. Натаниэль, нажми на кнопку. Да ну нафиг кнопку жать. Кирик, ты тебя сейчас выкинуть. Вот за этим. Проводку. Натаниэль, бегом ко мне. Нажми на кнопку. Нажми на кнопку, Натаниэль. Тихо, держимся вместе. Да пофиг, вот именно. А зачем выполнять задание, если я не выполняю задание?
Выполняй ты тоже. Вы понимаете то, что тут кто-то... Кто-то... АФК, походу. Не выполняет нифига задание. Ну, выполнишь что-то. Да, он выпрыгнул из вентиля. Ци. Ты... Все, давайте. Пишите светло-зеленый и все. Так, закончено. Короче, за темно-зеленого голосуй. Темно-зеленый, это я. Светло-зеленый. Ой, светло-зеленый. Все за него. А он за тебя. Потому что он понимал, что я знаю, что это он. И я вернусь, как будет следующая катка. Мы с выходим. Видео классно. А, ребят, у нас немного лаганул. Не, знакомые посоветовали вот это приложение скачать и я типа. Я не могу. Не, вы не сможете, у вас Амонас тупанул. А, ну и как бы тут можно, скорее всего, заработать реально деньги, но оно бесплатное. Тут максимум, что тебе стоит этот просмотр рекламы. Так что можете скачивать. Ссылка будет в описании, скорее всего. Нет, ну если желаете, чтобы я кидал ссылки на такие приложухи, то напишите заодно это и в группе. В группе будет также личный чат. Подписывайтесь, ставьте лайки. Извините за то, что не получилось третьей катки в Among Us. У нас немного он тупанул. Всем спасибо, до свидания.